Саш, Санек, да. Слушай, я вот знаю, что ты спортом занимался, там качался там туда-сюда, блин. Ну, было дело. Вот я хотел тебя спросить, ты мегамасту жрал? Нет. Нет, а как ты вес такой набирал? Ну, я ел творог, яйца, мясо. Ну, хорошо, питаться главное. Ну, а многие ж мегамасту там какую-то херачат. Ну, так и я бы херачил, если бы я занимался серьезно. Ага. Я просто, как бы... А вот эти вот... Она у меня и так масса там пошла. Я пришел, у меня было 87, что ли, килограмм. Угу. Через месяц стою на весы. 108 уже. Ого. Я набирал быстро. Я скидываю и набираю быстро. Ну, понятно. А вот эти вот таблетки, там, метандростенолон. А, ну, да, это эти у вас. Ритоболил. В основном... Колол ты себе? Нет, не, ритоболил, нет. А метан жрал, да? Метан жрал, там один парень. Мы вдвоем с ним качаться ходили. Угу. Ну, метан, он для вязки мышц, да, получается? Ну, да. Ну, от него очень большая нагрузка на печень. Ага. И, в принципе, даже можно скрипануть от этого. Ну, сейчас вон гладиатор, зайди, там до хера будет всякое. Вон рядом с ДНС, гладиатор. Спортивное питание? Да, да, там до хера всякой фигни, там, блядь, герань там. Я покупал, есть. Знаешь что, я занимался еще когда дома, у меня штанга была и гантели. Я покупал вот такие вот пакеты, купил. Манной каши? Не манной каши, там этот... Протеин, ёлки. А, протеин ты, да, херачил, да? Да, вот два кулька я их израсходовал, мне на зиму мне хватило. И я набрал массу, мать такая, а что ты правда, говорит, поздоровел. Мать думала, это все так баловство. Ага. Вот, а потом пошел туда, в клуб. Ну, а рабочий вес у тебя какой был вообще от груди? А жим лежа? Да. Да маленький, 80 килограмм. Да ни хрена себе маленький, да, это так нормально. Кажется. Ну, в принципе, если регулярно заниматься, то там со временем веса растут. Да понятно, дело. Главное для, на это, чтобы желание было. И сколько часов? Вот, ну, сколько? 2,5 часа. 2,5 часа, да? 2,5 часа тренировка. Ну, понятно. У тебя полностью идет проработка всех мышц? Не, да, всех. Не там всех. Я занимался с тренером. У них там своя компания была. Угу. Там мужики такие уже по 50 лет. Мне 40 было тогда. Угу. Вот. И он, этот, Михалыч, тренер, говорит, будешь, Санек, с нами заниматься? Я говорю, да, конечно, сочту за честь. Ну, давай, будешь с нами. И я с ними занимался. И упражнения в разброд. Он сам медик по образованию. И он знал всю хуйню про вот эту вот. Про бодибилдинг. Вот. Стал с ними заниматься. И что мы? А, про веса мы говорили, да? Да, да. Вот. Ну, 80 килограмм я жал. Так. Ну, а на бицепс какую гантель? Я не по этим не смотрел. Килограммам. Я знал, что вот эта гантель весит там 8 килограмм. Допустим. Ну, сколько я на бицепс брал, я не знаю, не могу даже сказать. Ну, 60 брал. Не, 60 нет, 40 или 45 40. Где-то. Вот. 40, наверное. Понятненько. А потом что бросил-то? Сердце заболело. А, сердце, блин. Угу. Видать, а я же бухал. Ну, как можно бухать и спортом заниматься? Ну, конечно, да. Слушай, а вот это вот ты это, выписывал себе какой-то пояс для накачания пресса. А, да, было дело. Да я его отправил обратно. А как он назывался-то? Блин, я не помню. А что это вообще за фича такая была? Пришла, там такая, знаешь, вот как это, лента такая. Ага. И туда вставляются не магниты, а... Железяки какие-то, короче, железки такие, кормушки, обматываешься, там как-то в сеть подключаешься, и стоишь, и у тебя вот так вот. Ага. Пузо трясется. Живот, да, трясется. Ну и вот, а потом, блин, что-то я чувствую, у меня током это, знаешь, что нос уже пошел металлический. Знаешь, когда током ударит, металлический привкус тут появляется. Я думаю, блин, не, ну его нахрен, блин, еще сердце испорчу. Короче, вот. Не докачался. Я говорю это, да, не отправил обратно
деньги прислали обратно. Прикинь. Да? Да. Круто. И потом ты купил гантели. Не, гантели у меня уже были, еще были до этого. Ага. Штанга была, имбарь делал, кстати, да, на заводе. Короче, мог бы стать бы ты бодибилдером. Я бы занимался. Бодибилдером. Я тебе отвечаю, я бы занимался, если бы не сердце. Нравится мне это все. Я даже вот показываю там тюрьму где-нибудь в Штатах, да, они там эти тягают железяки. Бодибилдер. И, блин, такой, бля, как ножом по сердцу. Вот бы сейчас в тюрьму до штангу потаскать бы, да? Круто, круто. Вот. Ну а сейчас что, не думаешь спортом заняться? Ну сейчас вот вроде стал лучше себя чувствовать после зимы. Угу. Что-то надо. А что? Что-то надо. Надо зубы вставлять и спортом заниматься. Зубы вставлять, да, параллельно спортом заниматься. Ну я не знаю, бодибилдинг, ну куда мне полтинник качаться? Мне уже нужны дыхательные упражнения какие-нибудь, но не бодибилдингом заниматься. Не, ну что, маленькую гантельку можно. Ну, ну в принципе, можно. Экспандер. Экспандер, да. Ладно, Саш, все понятно. Спасибо тебе за столь содержательную беседу про спорт. Все занимайтесь спортом. Да. Становитесь бодибилдерами. И у вас все в жизни будет хорошо.